нормальная зима, когда постоянно растет урожай. Это капуста. Мы с Соней шли, и там было видно, как люди садят этот лук зеленый. Там даже специальная машина была, которая просто всаживала, типа, как луковицы. Я еще такого не видел. Мы с Соней решили выйти просто пройтись в соседний городочек такой маленький. Ничего интересного на самом деле, но все равно новое место как-то оно как-то разбавляет сразу. Так, когда выходим с комнаты нашей, это гостиная, вот эта стена, за которой наша комната. Вот так выглядит гостиная. Тут такой балкон. Это наша сушилка, здесь мы вещи сушим. Такой у нас внутренний двор. Так, идем дальше. Тут флаг Кубы. Так, идем дальше. Тут у нас коридор идет. Здесь кухня. Вот так выглядит кухня. Мы здесь ничего не делаем с Соней. Соня просто там бросает стирку, допустим, и мы приходим, с холодильника забираем салат, забираем наши там тарелки и в комнате все готовим, потому что здесь... Нам неприятно здесь готовить какую-то еду. Тем более мы особо ничего не готовим, просто салаты нарезаем, да и все. Вот так это все выглядит. Чик. Потом сюда дальше. Вот это все идет коридор, там дальше в конце выход, в правую сторону. И ванная комната такая. Это все тоже не наше. Все наше лежит у нас в комнате. Вот. Вот так вот. Тут душ. Как бы в основном мы все свое время находимся в комнате, либо идем на улицу гулять. Поэтому мы, допустим, в гостиной вообще время не проводим. Там ходим, допустим, в ванную, в туалет и на кухню, и все. И то там это очень редко бывает. В основном мы у себя просто в комнате. Так что вот так. Да, очень тоненькая кожура. Прямо пойдем тут? Пройдемся тут. А, идем здесь. Заходим теперь в нашу комнату. Как она выглядит сейчас. Здесь мы, кстати, сделали такие эти крючки. И вешаем замок, когда выходим. Так, вот так выглядит теперь наша комната. Мы сюда поставили кровать. Передвинули шкаф сюда, потому что на фото вы увидите, что там кровать стоит посередине. И вот там шкаф стоит с левой стороны. Вот, вот так с левой стороны у нас кровать. Шкафчик. Оставили один столик, вот этот. Сюда его поставили, здесь там кладем, что нам надо. Что еще? Обогреватель наш. Тут наша обувь, вся, которая у нас есть. Это мои спортивные кроссы, это на выход кроссы и ботинки, и все. Здесь наши самокаты стоят в углу. Там каремат стоит, там гирлянда наша. Затем эта часть выглядит вот так. Там у нас всегда фрукты лежат. Вся наша еда.
Одну тумбочку мы вынесли отсюда. Осталась только вот эта. Урна вот так выглядит. И здесь у нас вот окно такое, с такой решеткой. Все, в принципе. В принципе, вот так выглядит комната. Простая комната, но после того, как мы заехали, мы сюда, здесь, как видите, все поубирали, все сделали под себя, и она сразу намного уютней, поэтому нам в комнате всегда с Соней удобно находиться, как-то уютно, есть какой-то такой свой уют. Особенно, когда вечером мы включаем гирлянду, и сразу намного приятнее становится. Здесь наши фотографии с Соней, тут две, которые я распечатал недавно. Вот эти. Вот это все старые. Вот так.